Во-первых, вам доложить, как военный человек, что о чем сказала Татьяна Николаевна, так измывались над нашими военнослужащими. Вот. Они недолго радовались. Через трое суток наш спецназ этих подонков захватил. Сегодня они валяются в ногах, просят о пощаде. Я назову их фамилии. Одного подонка величали Сергей Величко, кличка Чили, а второго Константин Немичев. Оба этих подонка произросли нацистами из фанатской группировки местного футбольного клуба «Металлист». Это они сами рассказали уже на первых допросах. И так будет с каждым, кто будет недостойно, нарушая Женевскую конвенцию, поступать с нашими военнопленными. Мене звати Немичев Костянтин, це Сергій Величко, позивний Чилі. Ми бойові командири ТРО «Азов» спецпідрозділу «Кракен». Хочу вам заявити, що з нами все гаразд. Ми знаходимося в Харкові і готові відстоювати наші землі. Хочу звернутися до російської пропаганди, пропагандистів. Ви заявляєте, що ми в полоні, але це не так. Ви підтверджуєте той факт, що ви російська помийка. Пропагандистська помийка, фашистська помийка. Також хочу спростувати фейкове відео, яке шириться Росією, там, де жорстке поводження з полоненими. Ми завжди ходимо з полоненими в гуманно, по всім правилам та законам, та передамо їх в правоохоронні органи. А також закликаю всіх росіян, які не по своїй волі знаходяться в Україні. Здавайтесь в полон, ми будемо вас передавати правоохоронним органам. Мы следуем кодексу воина, о котором вы, русские, явно не слышали, смотря на то, как вы обстреливаете Харьков с мирными горожанами. Харьков – это Украина, и вам здесь не рады. Друзья, ну что, я нахожусь в плену. В плену больных фантазий, больных людей с соседней страны, которые захватили Украину за 3 дня, которые взяли в плен меня с Костей, которые сбили вертолет с командиром полка «Азов». Удачи! Приезжайте, мы вам здесь не рады.